Пилот, совершивший чудо. Так теперь называют украинца Александра Акопова, командира экипажа, посадившего турецкий лайнер буквально вслепую. Подробности этой героической истории выясняла Елена Зорина. Он не сядет, не сядет. Аэропорт Стамбула. Очевидцы ждут авиакатастрофы. На высоте 4000 футов самолет, направлявшийся на Северный Кипр, попадает под град размером с грецкий орех. Но случается чудо. Самолет со 127 пассажирами и членами экипажа на борту благополучно приземляется. Это видео стало одним из самых просматриваемых. Капитана экипажа журналисты и эксперты уже назвали героем. Очевидцы встречали аплодисментами. Ведь он посадил лайнер практически вслепую. Носовая часть разбита, как и стекло кабины пилотов. Для приземления сам самолет пришлось наклонить. Это очень сложное маневрирование, которое показали пилоты. Оказавшись в такой ситуации, когда стекло полностью вот уже перестало быть прозрачным и остались только боковые стекла, когда был поврежден, насколько нам сейчас понятно, автопилот в том числе. Кроме этого, наверное, что-то было с радарами, потому что наклон самолета для того, чтобы в боковую форточку видеть полосу, ну, это очень смело. Можно сравнить с пластической хирургией. Если бы стекло лопнуло дальше, да, разгерметизация могла бы произойти. Это последствия могли бы быть очень страшными. Летчиком, который спас больше сотни жизней, оказался украинец Александр Акопов. За его плечами 30-летний стаж и почти 14 тысяч часов полета. Акопов – опытный инструктор. Именно его мастерство, говорят эксперты, спасло пассажиров. Ведь важные системы безопасности отказали. Но сам Акопов убежден, не сделал ничего особенного. Хотя и было страшно. Это была нормальная штатная посадка после отказа некоторых систем. Маневр нужен был для того, чтобы я форточку мог видеть полосу. Но мне было страшно, конечно. Ну, хорошо, что сели. Сейчас Акопов в Стамбуле ждет результатов расследования этого инцидента. В Украину собирается к середине августа. Здесь его встретит награда – орден за мужество 3-й степени из рук президента. Петр Порошенко сегодня лично по телефону благодарил пилота за удачную посадку лайнера и спасение жизней. Елена Зорина, подробности, телеканал «Интер».